Вот эта хрюшка. Разные обычки, да, но на самом деле они просто обманщики, не разные расцветки, а защитные. Так, ну сейчас да, мы с этими разберемся. Кукурузы, поэтому и называются кукурузными змейками или майские кукурузы. Да? Нет, они распространены в США и Мексике. Что-то он прям замер. Да. Места нам маловато. Это замечательно. Щепки называют королевские змейки. Майские королевские змейки. Места маловато, бедняги. Весь загнулся он. Да, очень. Даже берет этот щит. Даже не называется. И еще у него нет бед. Ну что, крысята, работаем. Свалить она хочет. Да. Она врубилась, что там дырка. Морду можно высунуть. А это что-то злой какой-то. И хрюшка пришла. Привет. Один-то здесь. Вот туда сейчас мы пойдем. Нормально. Так, сейчас тут посмотрим. Что здесь? Здесь ничего нету? Нормально, тогда сразу туда, где интересно. Ну чё? Не, я тебя трогать не буду. Это страшно. Ну, а ты тут вожак или кто? Вот, раскудахнулся. Эй, красавчик. Бегает, а сколько этих вон мелких. Да. Долго уже. Эй, ну чё? Зале достал, он морду высунул, он тоже, чтобы его погладили. А потом будет
Но мы еще не откажемся. Родилась и приехала там, она. Молодежный. Мне тут детям вообще рай просто. Там вот за ним, которая родила. Там маленькая.